Ребята, всем привет! Получил посылку. Написано внутри какие-то штуки для soldering iron, то есть какой-то там паяльник или что-то такое. Это ручка для паяльника. Тут еще такой небольшой zip-наборчик. Вот это черный, насколько я понимаю, это терморезистор идет. Маленькая вот эта букашка. Это иногда нужно для компенсации температуры холодного спая, термопары, потому что используется для паяльника вот с такими жалами на Т12, Т13. Естественно, для того, чтобы использовать этот термодатчик, должен быть навороченный контроллер. У меня контроллер будет абсолютно примитивнейший, поэтому термодатчик не используется. Но, тем не менее, приятно, что в комплекте есть вся вот эта вот штука. Это датчик вибрации. Как видите, конструктивно состоит из длинного контакта, по которому катается шарик, и короткий контакт. И если он в таком положении, то контакты замкнуты, точнее, шарик замыкает оба контакта. А в таком положении шарик укатывается, и контакт второй остается свободный. Вы его устанавливаете в ручку, и тоже есть умные контроллеры, которые за ним следят, и как только вы берете ручку, есть небольшая вибрация, и контроллер понимает, что вы взяли паяльник в руку. А когда он стоит у вас на подставке, этот датчик никто не дергает, он не трясется, он стоит какое-то время, контроллер понимает, что паяльник спит, отдыхает, и поэтому нет смысла жарить, скажем, на выставленную температуру, можно ее понизить. А так как паяльник очень быстро нагревается, то после того, как вы его взяли с подставки, к примеру, если он в дежурном режиме на 150 градусов, то вы его взяли, пока вы поднесли к точке пайки, буквально там 2-3 секунды, он уже нагрелся до нужной температуры. Потом вы его поставили, он опять остыл. Это экономит электроэнергию, меньше обгорает жало. И вот это тоже еще один датчик. Это тоже датчик вибрации. Прям шарики очень четко слышно, как бегают. Что интересно, здесь этого шарика не слышно. Я слышал, что эти датчики движения иногда бывают и ртутными, и, судя по всему, это он. Потому что это не шарик внутри, это капелька. Вот я сейчас специально сделал, и видно, что вот вывод этот, он немножко его продавливает. Вот раз, он сейчас красивый, круглый, а вот так вот вывод его чуть-чуть продавил. Народ говорит, что эти ртутные датчики, они лучше, чем вот эти с шариками. Ртутным я ни разу не пользовался, с вот этими шариками пользовался. Я заказывал себе конструктор, тоже на жалах ТМ-12, и идея тоже очень-очень классная. Ну, к примеру, ты берешь паяльник, и он тут же почувствовал, что ты его взял. То есть не нужно никаких датчиков, никаких проводов от станции, точнее от посадки паяльника тянуть к станции, чтобы станция знала, что ты вытащил паяльник. Опять же, эти датчики, иногда ты там не до конца вставил, он не защелкнулся, или заклинил, или еще что-то. В общем, очень удобно, когда это все в ручке, все идет одним проводом в станцию. У тебя станция может быть где угодно. Эту штуку сегодня она у тебя тут стоит, завтра ты ее сюда поставил, послезавтра ты здесь что-то делаешь, ты взял эту штуку, поставил где тебе удобно, допустим, вот на батарее. И не нужно тянуть дополнительный провод к станции. Это на самом деле очень-очень удобно. Но вот это, ну как, идея удобная, идея очень классная, идея очень хорошая. Но реализация на вот этих вот дешевых штуках, она никакая. Я специально пробовал паять тем датчиком, если, ну, тем паяльником. Паял, как обычный паяльник, все хорошо, но вот эта вот функция ухода в сон, вот на вот таком вот датчике, она работала просто отвратительно, если вы нормальный, как нормальный человек, пользуетесь паяльником. Как нормальный человек пользуется паяльником? Паяльник стоит на подставке, он его взял и начинает что-то паять, а он даже не проснулся. В итоге, через какое-то время, ты либо выключаешь функцию sleep, либо начинаешь паяльник брать примерно следующим образом. И вроде бы всех этих недостатков лишены вот эти ртутные датчики, но, честно говоря, я не думаю, потому что, ну, если он так стоит, и ты его также возьмешь и поставишь, то он тоже этого не почувствует. Если он так, ну, очень-очень многое зависит. Допустим, вот паяльник у меня вот в таком горизонтальном положении, я его взял, в такое же горизонтальное положение хочу припаять. Ну, конечно, можно его брать вот так вот, наклонять, ну, это бред. Есть настоящие хорошие паяльники, допустим, Веллер, либо еще там, ну, такие заряженные аппараты, которые стоят там под 1000 баксов, и у них в ручке есть тоже такой датчик, то есть такая же идея. Он у тебя стоит на подставке, ты его взял, и он сразу почувствовал. Но там он чувствует, даже если я его вот так возьму, вот так,
Даже если я его очень нежно возьму, он все равно почувствует, что я его взял. Потому что там стоит акселерометр, как в мобильных телефонах. Вот когда вы играете вот в эти вот игрушки, вот так вот, там в машинке. Вот телефон понимает, что он сейчас нагнут. Вот точно так же стоит и в тех паяльниках. Естественно, это уже дорогие устройства, но те работают идеально. А здесь вот ребята из Китая, они пытаются из говна и палок сделать что-то, что можно в рекламе показать, что есть датчик, что это все круто, но работает оно просто отвратительно. Но зачем же я это все купил? А купил я из-за вот этой ручки. Это я сейчас просто делюсь идеями насчет всего этого. Это классно, что оно есть. Реально есть очень крутые серьезные контроллеры, где вот это все можно использовать. И вот это все якобы должно, ну, серьезно улучшить использование вашего аппарата. Так, это откручивается. Нужно будет чем-то заливать, каким-то клеем, потому что, ну, очень легко оно откручивается. Не знаю, почему они так сделали. Допустим, как правило, вот здесь вот делают такой вот как пазик, а туда эта штука засовывается. А, я понял, почему они это сделали, потому что вот эта вот деталь, вот эта, это не цельная была болванка, это просто трубка. И им пришлось бы либо завальцовывать эту часть, для того, чтобы вот эту вот резиновую штуку со ступенькой туда вставлять, либо делать вот такую вот гаечку. Вот что, собственно, они сделали. Надо будет собрать паяльник. Для работы себе собираю второй паяльник. Очень-очень удобно, очень легкая ручка. Вообще просто супер. Эта часть резиновая. Смотрим, жало Т13. Смогут ли туда зайти? Да, заходят. И все идеально. Получается очень-очень маленький паяльничек. Но дело в том, что у него здесь очень близко нагреватель. И, скорее всего, будут какие-то проблемы. В общем, не выдержал, достал самый удобный паяльник. Это Хака 900 серии. Вот такие вот паяльники. В свое время очень и очень долго ими пользовался. Думал, что это самые-самые-самые лучшие, самые хорошие паяльники. Но я так думал с тех пор, как перешел вот с такого паяльника. Ну, обратите внимание, какая вот здесь удочка и какая вот здесь... Короткая получается база, как очень хорошо и удобно паять. Но это было до тех пор, пока я не попробовал, ну это я пошутил, да, насчет самого удобного, я думаю, вы поняли. Пока я не попробовал меткал, это, конечно, это нечто. Это совершенно другого уровня паяльник, совершенно другого. Ручка легкая, тонкая, просто как карандаш. То есть сделать очень тонкие работы крайне удобно. И удобно за счет того, что ты можешь взяться прямо вот так вот у самого кончика. И у тебя здесь пару сантиметров буквально до вывода. Под микроскопом что-то делать очень-очень легко и точно. Здесь же, конечно, получается, ну, большая удочка. Тоже удобно, тоже можно все сделать. Но разница просто огромная. Ну и вот, тоже неплохой паяльник. Правда, он под жало именно Т13, потому что Т12 оно побольше, подлиннее. Вот, обратите внимание. Вот, но оно длиннее буквально там на сантиметр, на полтора. Но тем не менее, вот эта ручка, она именно для Т12. Сюда заходит и Т13, но она получается очень-очень близко именно нагреватель к самой ручке, скорее всего, будет нагреваться. Но нужно пробовать, нужно смотреть. В Китае такие жало стоят где-то 3 бакса штука. По качеству они, конечно же, не очень. Можно купить оригиналы. Вот заходит и все супер. То есть почти меткал. Очень удобный, очень маленький, очень легкий паяльник. Не знаю, пальцы вряд ли будут соскакивать. Резинка вроде как бы резинка, но руки у тебя, ну, достаточно часто бывают грязные. Вот я сейчас лазил где-то, взял пыльную коробку, у меня руки в пыли. Я взял паяльник, уже вся эта резинка в пыли, и она получается примерно такая же скользкая, как, ну, чуть-чуть менее скользкая, чем, например, вот эта вот алюминиевая ручка. Но в целом очень приятный, очень удобный, хороший и интересный паяльник. Пока. Но чтобы точно сказать, нужно, конечно же, им немножко попользоваться. А для этого нужно дождаться еще платки. Провод у меня для него уже есть, уже пришел. Дождусь платы и соберу себе свой паяльник. Ну, еще я, кстати, себе давным-давно тоже для Т13 купил вот такую вот ручку. Пластиковый шлак, если честно. Вот, обратите внимание, разницу. В общем, когда я его увидел на фотографии на Алиэкспрессе, мне он просто, ну, очень понравился за свои очень-очень компактные размеры. Сейчас, когда я его держу в руках, потрогал, пощупал, по-прежнему нравится все сильнее и сильнее. Очень-очень приятный, очень маленький, очень удобный, с очень коротким вылетом жала. Это вам не ТС-100, разрекламированный с OLED-дисплеем, бла-бла-бла. Там даже в рекламе показывается, что вот берем, допустим, жало Т12 и берем вот это вот для ТС-100. Вот видите, оно там чуть ли не в два
раза меньше. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что вот это Т12, которое длинное голимое жало, да, оно входит в ручку почти полностью. И из ручки уже выходит часть буквально 3-4 сантиметра. А тот короткий на Т100, он имеет там размер, не знаю, сантиметров 10 всего лишь, а не 20, как здесь. Но в сам паяльник входит там буквально 1,5-2 сантиметра. А остальная вот эта вот удочка 6-7 сантиметров, она торчит. Когда здесь более длинное жало, но оно все прячется в ручку. Причем в ручку входит плотно. Здесь резинка внутри. Кстати, вот не знаю, насколько ее хватит. Очень плотненько входит. И входит плотно за счет того, что сама резина, она сделана чуть-чуть толще. Точнее, внутренний диаметр у нее чуть-чуть больше, чем вот этот вот диаметр. И вот она там просто, ну, болтается. А уже вот этот бугорок, он туда уже заходит так прям плотненько-плотненько. Вот он. Тут что-то типа клея. Оно липкое. Или это термопроводная паста какая-то. Я понимаю, для чего там используется эта паста, но я понятия не имею, что это за паста. Я сказал, что это теплопроводная паста. Естественно, это не теплопроводная паста. Это очень липкая какая-то паста, липкая какая-то адгезия. И она нужна для того, чтобы вы, например, когда всовываете жало, то эта резинка туда не сместится, потому что она упирается в бортик. Но когда вы вытаскиваете жало, то может произойти, что резинка останется на жале, то есть она выйдет из ручки. И для того, чтобы она не выходила, используется вот эта паста. Но в целом мне очень нравится, как все сделано очень и очень приятно, хорошая обработка, нету абсолютно никаких режущих кромок. И скорее всего лучше взять не черный, потому что это крашеный алюминий, а лучше взять себе именно алюминиевого цвета, тогда он будет не крашеный, царапины, какие-то сколы, еще что-то на нем не будут заметны. Ну вот, да, краска вот снимается, и видны уже царапины. Берегите себя, не болейте, и пока. Когда закончу делать устройство, обязательно покажу вам его на канале и уже расскажу свое мнение, но уверен, что вряд ли он будет греться, потому что есть и резиновая прослойка, то есть он не достает сразу до металла. То есть, ну, сделано все продумано, сделано качественно, сделано аккуратно, и в итоге получаем очень компактный и очень удобный аппарат. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное, и поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями, поставить жирный лайк, это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике, два из них ты сейчас видишь на экране. Пока!